Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами посмотрим станции Екатеринбургского метрополитена. Их всего 9. Общая протяженность линии около 13 километров. Екатеринбургский метрополитен – это последняя система, открытая в СССР. Первая – на Урале и 6-й метрополитен в России. Оплата проезда возможна через жетоны московского метро, Е-карты, банковские карты, через кассы, кассовые автоматы и безналичным расчетом.